Сотрудники спецслужб Карелии ведут разъяснительные беседы с молодыми людьми, школьниками и студентами. В Петрозаводске сегодня началась неделя информации под названием «Терроризм в современном обществе». Она проводится на базе городской библиотеки имени Дмитрия Гусарова и посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября. В этот день традиционно вспоминают события 2004 года, когда в результате нападения боевиков на школу в Беслане погибло более 300 человек, а также теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске, Санкт-Петербурге, Волгограде. Неделя информации предполагает 5 встреч с участием сотрудников управления ФСБ и МВД по Карелии. Диалог с ними будут вести студенты и школьники. Здесь разбирают определение терроризма, цели и методы, а также общие способы вербовки, чтобы исключить вовлечение наших молодых людей в террористические организации. Невольно, то есть можно ведь попасть в такие организации. Тебе предлагают что-то сделать, а зачем? Надо понимать, надо рассуждать, как-то учиться. Вот хотелось бы, чтобы ребята после таких встреч задумывались, когда получают там от каких-то неизвестных знакомых в интернете предложения, чтобы задумывались, что это такое, зачем это нужно. В этот день слушателями стали студенты второго курса автотранспортного техникума. Со слов преподавателей, к теме беседы они еще вернутся на занятиях по ОБЖ. Сегодня проведут встречу со старшеклассниками 14-й школы. Всего в планах 5 бесед, которыми собираются охватить более сотни молодых людей.